Участок улицы Магистральной близ Зейского моста – одно из самых напряженных мест в городе. Транспортная артерия, по которой в Благовещенске ежедневно въезжают и выезжают тысячи автомобилей. Поток машин здесь не останавливается ни днем, ни ночью. Поэтому проводить обновление дорожного полотна сложно, чревато заторами. Чтобы избежать километровых пробок, ремонтные работы здесь разделили на два вида. В светлое время суток, когда поток автомобилей интенсивный, дорожники устанавливают новое леерное ограждение, бордюры приводят в порядок тротуары. Ночью во вторую смену трудятся непосредственно на проезжей части. Работа будет производиться с 10 часов вечера до 6 часов утра. Так что не затрудняя движение транспорта, который движется направлением города из города, работы производятся в ночное время. Сейчас уже идет завершающий этап укладки асфальтобетонной смеси, то есть укладываем верхний слой. То есть остается 300 метров до реки Зе и в обратную сторону еще остается 450 метров. Согласно планам, дорожники обновят более 2 километров асфальта. Кстати, этот капремонт первый в районе моста через Зею с момента сдачи транспортной развязки, то есть за последние 30 лет. Мы начали работы с 20 мая, и в срок до 20 июля эти работы должны быть все закончены. Работы идут по графику, даже с опережением. Скорость работ на их качество не повлияет, говорят дорожники. Новое асфальтное покрытие не потребует ямочного ремонта минимум 5 лет. Такую гарантию они дают на свои работы. Водители уже сейчас могут оценить подход к делу, а 20 июля – обновленную развязку. Наталья Спицына, Михаил Величкин, программа «Город».